Добрый день, уважаемые читатели! С вами руководитель проектной группы «Психология и педагогика» издательского дома «Питер» Тамара Шапошникова. И я готова вам показать новинку от нашего любимого автора и вашего любимого автора Алекса Новака. Итак, начало новой трилогии «Этажи». Но успех книги, которой нет, другой книги, которой нет, третьей книги, которой нет, книги, которой нет «Альфа и Омега», был, конечно, ошеломляющим. И читатели задавали огромное количество вопросов Алексу Новаку, и читатели задавали огромное количество вопросов нам. И это был фактически один и тот же вопрос. Ну когда? Когда будет новинка от Алекса Новака? И она случилась. Я держу ее в руках. Это новая книга. Это книга-метафора. Нашу жизнь можно представить как подъем по лестнице. Нашу жизнь можно представить как путешествие по большому дому. Мы поднимаемся с этажа на этаж, мы идем по лестнице, а может быть, мы спускаемся? А какая это лестница? Она винтовая? Или мы идем от одного этажа к другому, от одного пролета на другой пролет? А может быть, этот путь можно преодолеть как-то еще, например, на лифте? Что происходит с нами? Как мы мотивируем себя подниматься все выше и выше? Или мы где-то застреваем? Или мы выбираем какой-то этаж как плацдарм для своей жизни? Вот эти метафоры, эти вопросы Алекс Новак раскрывает в своей новой книге. Вы хотите простимулировать себя? Вы чувствуете, что вам не хватает небольшого толчка, чтобы начать свое восхождение вверх? Покупайте книгу «Этажи» Алекса Новака.